Джонни Депп и Анджелина Джоли, еще Майли Сайрус, засветились на улице в Твери. На стене многоэтажки появилось новое яркое граффити с изображением знаменитости Голливуда. Новые яркие рисунки украсили стену дома номер 10А по улице Горького. Отметим, что в последнее время Тверь стала богата на подобного рода искусство. На подпорных стенах, фасадах зданий, арках можно найти все. От просто написанных слов до изысканных рисунков. Так, например, на улице Трехсвятской недавно появился портрет Осипа Мандельштама. Также на пересечении Трехсвятской и Новотурской можно будет увидеть изображение девушки.